Еще одна уникальная разработка по дизайну компании Hulsta представлена в модели Tetrim. Это ниши, которые имеют обрамление из металла. Используются два цвета металла в зависимости от отделки, которую вы хотите выбрать. Но уникальность этой ниши в том, что вся внутренняя часть отделана стеклом или матовым зеркалом. Благодаря этому у нас получается максимальная светоотдача, а любой предмет, который вы выставите в этой нише, будет наилучшим образом подсвечен именно спереди. И в то же время мы не видим источник света. Естественно, мы можем регулировать насыщенность света и температуру света.